Всем привет, это Norco Music, и у нас сегодня в гостях великий диджей и продюсер Алексей Ромео. Лёшка, привет. Прям великий. Ну, ты знаешь... Мне приятно, конечно, спасибо. Лёш, как тебе наша атмосфера, как тебе новое в Тольятти местечко такое вот? Слушай, ну, честно говоря, порадовало и очень неожиданно. Последние мои приезды в Тольятти, ну, не могу сказать, что было плохо, было хорошо, но такого я не ожидал. То есть очень много людей, которых я видел давным-давным-давно, и позитивная атмосфера. Я даже поиграл какие-то старые треки так, и увидел, что люди реально их любили и слышали в свое время. Я отреагировали очень позитивно, поэтому мне очень сегодня понравилось. Ребята, сегодня вместе с вами здесь на Norco Music Алексей Ромео. Да, я бы хотел пожелать, чтобы этот проект продолжался, и мне кажется, что это вот такое начало нового клубного сезона в городе Тольятти. Мне кажется, что вы на правильном пути. Приедешь еще к нам? Приедешь еще к нам? Конечно, приеду. Конечно. Ждем всех вас на Norco Music.